Всем привет! Вещаем вот с такого замечательного места. Сегодня начинается первый тренировочный день. Ребята решили начать с самого утреца. Все, тачка готова. Вчера починили коробку, закончили поздно. Все, жопку подкрасили. Серега, как обычно, красавчик, все сделал. Как говорится, не крашеный. А так, конечно, да, погодка кайфовая. Так, ну на 110-ке зеленые диски, это означает, что едет вот этот паренек на нем. Ну и, конечно, оранжевые тоже имеются. Значит, пацаны поедут вдвоем на одной машине. Короче, кто квал лучше пройдет, тот и дальше едет.